Артем Капитунец никогда не выступал на высоком уровне. Не считать же таковым республиканскую универсиаду, хотя после ПГУФКа решительно захотелось остаться в баскетболе. Я почувствовал, что все-таки баскетбол это мое, и я хочу остаться в баскетболе. Вот, поэтому выбор был осознанный, вот, и я пока доволен. Приобретенные знания Капитунец сначала стал передавать 8-летним малышам. Что касается малышей, там, по-моему, все просто. Поставить дисциплину и в основном техника, то есть научить их смотреть на площадку, видеть друг друга, чтобы не было таких обид, когда детей очень часто бывает, что ты мне не даешь пас, я тебе тоже не даю. То есть разобраться вот в таких вот в мелких деталях и научить просто технике. Это вот мое... Моя задача вот на вот эти 2 года, которые я с ним занимаюсь. Позже дело дошло и до 16-летних цмоков. Скажем так, это вот есть нюанс вот работы со старшими. Я как бы тренер и старший брат одновременно. Если здесь не получилось, скидывай в любой угол, куда захочешь. Скинул, вернулся обратно. Поставил заслон. Перебегай. Есть дети, которые просто горят баскетболом. И их можно ничем не мотивировать, они еще наоборот... Тебя будут мотивировать. То есть ты приходишь на тренировку работать, потому что знаешь, что вот этот ребенок тебе сегодня поднимет настроение. То есть тут, скажем так, обратная связь есть. Ты им, они тебе. Если этот игрок идет в проход, я должен его остановить. Что там будет твориться, это уже не моя задача. Это задача, если ты играешь здесь, на слабой стороне. На слабой стороне. Где слабая сторона? Как определить? Земля нет, мяча там слабо. Молодец. Я знаю, к чему я стремлюсь. Я взял малышей, я их выращу, и я буду знать, что вот этот вот парень, который там где-то появился, либо не появился, я его вырастил сам. То есть я сделал ему дисциплину, я его сделал человеком, возможно, баскетболистом сделал. То есть те дети, которые нравятся тренеру вторых цмоков, они попадают в команду. И из вторых цмоков они уже спокойно могут попасть в команду первых. Поэтому здесь идет такая поточная система, отлаженная, хорошая. Так что у любого ребенка, который проявляет желание, у него есть возможность, у него все шансы попасть в команду.